Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia One второго поколения. И сейчас я покажу вам, как на этом девайсе изменить язык системы. Итак, вначале нужно открыть приложение настройки. Затем спуститься в самый низ. После чего выбрать предпоследний пункт «Система». Выбрать самый первый пункт «Язык и ввод». Здесь выбрать пункт «Языки». Затем нажать «Добавить язык» и выбрать тот, который вам нужен. Например, украинский. Выбираем его. И он у нас появился в списке языков. Теперь берем за вот эти вот две палочки, которые напротив украинского языка, и перетаскиваем его на первое место. Все, язык системы изменился на украинский. Теперь для того, чтобы изменить обратный язык, переходим в раздел «Языки», выбираем русский язык за эти две палочки, опять-таки вот эти вот две черточки, и перетягиваем его на первое место. Вот и все, язык системы опять изменен на русский. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.